Номинаций 23. Компаний-участников больше 600. В этом году конкуренция была особенно высокой. В Барнауле вручали премию «Народный знак качества» организациям из разных сфер бизнеса. Лучшие компании выбирали сами жители с помощью интернет-голосования, чтобы о качестве их любимой продукции знали и другие. Логотип «Народный знак качества» и победители, и участники, которые вошли в десятку лучших, смогут использовать на своих товарах, на своем сайте, в социальных сетях, во-первых, для подтверждения народной любви, а во-вторых, для продвижения и для поиска новых клиентов. Жители края определили лучшую строительную компанию, ресторан, автосалон, спортклуб, торговый центр и другие организации. Сразу в двух номинациях победил магазин «Светофор». Люди признали его не только лучшей торговой сетью, но и сделали лидером в специальной номинации «Народная любовь». Мы как работали, как улучшали свою сеть, так мы и будем ее в дальнейшем улучшать. И, конечно же, нужно поддерживать, да, премию, ту, которую нам выдали. Была торговая сеть «Красное-белое», которые достойно сражались, но по итогу все равно победили мы. Эту премию «Амител» и радиостанция «Бизнес FM Барнаул» проводят не в первый раз. Но именно в 2022 году она стала настолько масштабной. Заявки на участие присылали со всего края. Такой конкурс, подчеркивают организаторы, помогает определить по-настоящему народные компании и поддержать бизнес в экономически непростые времена. Компания, которая выиграла в своей номинации в премии «Народный знак качества», получает право пользоваться знаком «Народный знак качества» в течение всего года. Соответственно, помимо большой народной любви, вы получаете такой хороший восклицательный знак в своей рекламной маркетинговой коммуникации. Это возможность не только еще раз заявить о своей компании, о ее возможностях, о ее достижениях. Это прекрасный шанс забрать сердце потребителя качественной услугой, народной услугой навсегда. Ну а мы в этом, конечно, помогаем нашим предпринимателям. За лучшие компании голосовало больше 70 тысяч жителей края. И такие цифры для алтайского бизнеса знаковые, подчеркивают организаторы. Победителя выбирают клиенты, а их мнение лучше всего говорит о доверии. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.